Первый образовательный университетский форум по вопросам образования в сфере финтех состоялся в Гонконге. Организовали мероприятие Гонконгский университет науки и технологий, финтех-фирма Financial Data Technologies и компания Microsoft Research Asia. Участниками форума стали гонконгские зарубежные ученые, эксперты финтех-индустрии и студенты высших учебных заведений. Среди спикеров были президент Гонконгского университета Тони Чен, генеральный менеджер Microsoft Гонконг Калу Чан и вице-президент и директор по информационным технологиям WeBank Генри Ма.